Друзья, всем привет! Друзья, товарищи, случайные и неслучайные гости моего YouTube-канала, вам всем пора спасать нашего президента. Реально. Я не шучу. Вы все мои видео смотрели? Последние. Я имею в виду. Спасайте нашего президента. Впереди прямая линия с ним. Можете задать ему следующий вопрос. Таролог, верно предсказавший смерть Елизавете II, Жириновскому и Евгению Пригожину, утверждает, что вас ждет насильственная смерть. Либо в 2026, либо в 2028 году. Владимир Владимирович, вы боитесь смерти? Задайте ему такой вопрос. Я задам, честно. Посоветую ему еще определиться с преемником. Времени уже не так много у него осталось. А теперь, друзья, вспоминаем быстро вот этот мой сон. Сон. Люди в радиационных защитных костюмах. СОС. 4 месяца назад он мне приснился. Смотрите сегодняшние новости. Люди в таких же костюмах мне и приснились. Только костюмы были другого цвета. Может, этот сон проигрался, а может, еще что-то нас впереди ждет. Но я вот эти новости сегодня прочитал, я обалдел. Честно. Сразу вспомнил про свой сон. Сразу. Теперь к этому раскладу, друзья. Это нечто. Это мой новый рекорд. Друзья, вы вообще в курсе, сколько здесь всего сбылось? Повторюсь, это очередной мой... Ну, просто фантастический. Личный рекорд. Более 11 верных прогнозов. Только с одного расклада. Более 11 я бросил и не стал даже дальше считать. Смотрите, друзья. В этом году я делал по 3-4 расклада в неделю. Теперь подсчитайте, сколько всего за текущий год сбылось, проигралось. Подсчитайте, если я с одного расклада взял более 11 верных прогнозов. Сможете подсчитать? Не сможете. У вас терпения не хватит. Читайте. Первое попадание в десятку. Генерал. В курсе? Вчера писали, сегодня. Второе. Материальная помощь. Возможно, это связано со стихией. Проигралось? Проигралось. Третье. Наводнение. Проигралось? Тут я еще про Крым не написал. Проигралось. Четвертое. Ограничения какие-то связаны с банковской реальностью. С банковской деятельностью. Санкции вводили? Вводили. Пятое. Вооруженные столкновения на воде. Морской бой. Читайте. Шестое. Отставки. Были? Были. Седьмое. Происшествие на воде. Жертвами. Не все здесь не поместились все. Зайдите еще раз по ссылке на это видео и почитайте, сколько там происшествий было на воде. Восьмое. Наставник, учитель, гроб, могила, покойник. Сказал бы политик, было бы 100% попадание. А Мантулеев умер. Для кого-то он был действительно наставник, учитель. Здесь сложно не согласиться. Аресты. Задержание. Смотрите, что происходило. Внутри государства неспокойно, острый период испытаний. Смотрите, что происходило.
Это еще не все. Зайдите, почитайте. Десятое. Конфликт на острой ситуации. Могут быть протесты. Для наведения порядка будут задействованы ОМОН, силовые структуры. Вспоминаем Дагестан. Аэропорт Махачкалы. Проигралось. Возбуждено уголовное дело по организации массовых беспорядков. Проигралось. Одиннадцатое. Отравление. Отравление там вообще в этот период. Я столько комментариев там написал. Читайте, это только так. Один комментарий сфотографировал. А их там уйма, этих отравлений. Ну что, друзья. В общем, если коротко, мой вам добрый совет. Убедились, с кем имеете дело? Спасайте президента. Мой вам добрый совет. Удачи.